ГАИ региона усилит контроль на дорогах Гродненщины в выходные дни. По статистике, в это время происходит гораздо больше аварий. Часть по вине нетрезвых водителей, поэтому на дороге выводят дополнительные экипажи ГАИ. Особое внимание уделяют физическому состоянию водителей и исправности автомобилей. С наступлением весенне-летнего периода на наших дорогах увеличивается количество автотранспорта, а также увеличивается и количество его передвижений в зоны отдыха. Так, с 21 и по 25 апреля на территории Гродненской области сотрудники ГАИ будут нести службу в усиленном режиме. Будет уделяться особое внимание нетрезвым водителям, а также бесправникам. Эта тема на данный момент актуальна, поскольку с начала этого года на территории нашей области задержано 1213 водителей, не имеющих права управления транспортом, а также 386 водителей, управляющих в нетрезвом состоянии. Под особый контроль инспекторов дорожной службы попадут места массового отдыха граждан, а также дороги вблизи дачных поселков. Для контроля движения будут использовать прибор «Автоураган».